Создать технический рисунок, сшить юбку и блузку. Такую задачу поставили организаторы конкурса WorldSkills Russia в компетенции технологии моды. Все этапы строго регламентированы. Уложиться нужно за 9,5 часов. Конструировать, моделировать и изготовлять в этом году приходится дистанционно. Свои коррективы внесла пандемия. На площадке только один участник под прицелом одного эксперта и сразу трех камер. За строгим соблюдением регламента удаленно, но непрерывно в прямом эфире следит главный центр управления соревнованиями в Кемерово. Я отвечаю за состояние площадки. Если вдруг какие-то неполадки, Рамиля обращается ко мне, то есть я должна их устранить. Если какие-то серьезные неполадки, там сломалось оборудование, мы связываемся с главным экспертом. Если она нам дает добро, то есть мы разрешаем это делать. Отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы-2020» стартовали в разных регионах страны 1 августа. На базе Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна свои силы пробует Рамиля Ахметшина. Новому регламенту даже обрадовалась. Если раньше ехать нужно было в другой город, то в этом году стены родного техникума помогают. Оборудование знакомое, никаких неприятных сюрпризов. Даже когда открыла конверт с заданиями, приятно удивилась. Над похожей блузкой уже работала, а значит справиться со знакомым моделью можно в разы быстрее. Не просто оказалось побороть напряжение эмоциональное. Это очень трудно, очень эмоционально трудно, потому что время прижимает, и когда ты не успеваешь, ты начинаешь очень сильно переживать, и эмоции очень сильно зашкаливают, и поэтому как бы так. Так как мы девочки еще поэтому. Завершился конкурсный день в 19:00. Экспресс-почтой посылка с конкурсной работой отправилась в Кемерово. На протяжении нескольких недель над ее оценкой будут трудиться сразу несколько экспертов. Торжественная церемония открытия всероссийского финала намечена на 6 сентября. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира. Яна Федорищева, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.